Друзья, всем привет! Сегодня снимаем видео 1 марта 2020 года. Херсон, площадь Свободы. Смотрите, как тут все солнышко светит, все прекрасно. И мы идем с вами сейчас. Я хочу сейчас пройти в сторону улиц, в сторону набережной. Цветочки. Какие цветочки? О чем еще я говорю? Итак, друзья, вы все знаете прекрасно, что весна уже почти наступила. Ну, с не учетом этой, как я сейчас скажу, температуры. Поэтому делаем акцент на то, что скоро будет потепление. Идем дальше. Как мы видим, на парковке возле площади припаркован Land Cruiser, Toyota. Идем дальше. Итак, мы с вами сейчас приближаемся к мореходке Херсонской государственной морской академии и больнице Карабашелова. Но мы идем с вами к мэрии нашего города, к зданию мэрии. Итак, друзья, мы с вами уже находимся возле академии Ушакова. И это тут не видно, но я вам как-то попытаюсь. Вот и мэрия наша. Местная. Местная мэрия. Херсонская державная, Херсонская міська рада. Академия Ушаков. Так что вот так вот. Все, всем па-па. Удачки. До новых встреч.